Я эксперт климатической компании Миркли, и сегодня у нас очередной розыгрыш среди наших покупателей. Сегодня мы разыграем вот этот замечательный электрический камин марки Real Flame. Модель называется Alta, и она идет в комплекте с очагом, у которого тоже есть название, он называется Kendall 24, что значит диагональ 24 дюйма. Вы можете смотреть розыгрыш на YouTube, и также привет всем из Инстаграма. Определим мы победителя с помощью генератора случайных чисел среди наших покупателей в декабре 2021 года. Сейчас я попрошу оператора проверить работоспособность генератора и вывести какое-нибудь число, ну, случайное число на экран. Пожалуйста, можно какое-нибудь число? И у нас пока... И у нас... Число 25. Так, ну давайте еще раз на всякий случай я попрошу другое число сгенерировать, ну как бы для спокойствия, что генератор точно работает. Так, и у нас число номер 2, 254. Ну что, мы все видим, что генератор прекрасно работает, да, числа генерируются, они не одинаковые. Давайте тогда уже начнем розыгрыш и скорее узнаем, кто сегодня заберет этот камин. Кстати, розничная цена этого камина на сегодняшний день 41 тысяча рублей. Но сегодня нашему победителю он достанется совершенно бесплатно. Это... наша любовь к нашим дорогим покупателям за покупки в декабре 2021 года. Ну что ж, давайте, мы все готовы к розыгрышу, давайте его начинать. Кто же у нас победил, кто же заберет камин, прямо уже не терпится узнать и позвонить этому человеку. Кто же? Давайте скорее узнаем. Так, сейчас сгенерируется число. Да. Мы уже, это уже настоящий розыгрыш, это не тест. Так, и это у нас 92, покупатель номер 92 забирает этот камин прямо сейчас и абсолютно бесплатно. Сейчас мы позвоним этому человеку и его обрадуем. Одну секундочку, пожалуйста. Так, сейчас мы набираем номер. Так, сейчас, вот, уже пойдет звонок. Звоним Александру. Извините, номер не существует. У нас, к сожалению, технические проблемы. Номер Александра недоступен. Я в таком случае попрошу еще раз сгенерировать другое число. К сожалению, нам придется выбрать следующего победителя. Так, и сейчас это 60. Давайте посмотрим, как зовут человека с порядком номером 60 среди наших декабрьских покупателей. Неужели снова Александр? Александр, счастливое имя сегодня. Что ж, давайте мы будем звонить. Извините, номер не существует или набран правильно. Ну что ж, у нас какая-то просто... замкнутая ситуация. Очередной Александр снова недоступен. Давайте еще раз сгенерируем число. Так, и следующий победитель.
который, надеюсь, все-таки выйдет на связь. Это 49. И что-то мне подсказывает, что, наверное, его тоже зовут Александр. Давайте посмотрим. Пожалуйста, вы видите на табличку. Так, сейчас готовится номер покупателя, чтобы его обрадовать. Еще раз, да, пока мне сейчас передают номер, чтобы я позвонил и обрадовал нашего счастливого победителя. Напоминаю, камин бренда Real Flame, портал, вот то, что мы видим, вот эта вот деревянная конструкция, называется портал, у него есть название Alta, и очаг, который вы сейчас видите на ваших экранах, он называется Kendall 24, 24 дюйма диагональ. Прекрасное оборудование, у него есть отключаемая функция обогрева, то есть вы можете включить обогрев. Если вам обогрев не нужен, вы просто хотите визуально наслаждаться огнем, то обогрев вы отключаете и просто сидите у огня и прекрасно проводите время. Также у этого камина есть функция потрескивания дров, то есть чтобы сделать погружение в релаксацию возле камина максимально реалистичной. То есть это... Также функция отключаемая, то есть вы можете просто вот как у нас сейчас звук выключен, да, у нас просто идет пламя. Также можно добавить потрескивание или включить обогрев. В плане обогрева достаточно эффективно, помещение до 20 квадратных метров он прекрасно обогреет. То есть его можно использовать как основной источник обогрева в помещении, если, допустим, вы его поставите себе на дачу. Вот, соответственно, сейчас мы будем звонить победителю под номером 49. Что-то, видимо, с номером какие-то проблемы. Ну что ж, так зато есть прямой эфир, Ребят, тут как бы постоянно такие ситуации могут возникать, ничего здесь нет страшного. Поэтому еще раз посмотрим на этот прекрасный камин, который сегодня кто-то один из вас заберет. Сейчас пока еще просто не знаю, как зовут человека. Вот сейчас пытаюсь узнать, как его зовут, и быстрее ему позвонить. Сейчас еще один номер вызовем. Я думаю, что здесь нам повезет намного больше. Мы все-таки сможем дозвониться до человека и реально ему отдать этот камин. Я хочу скорее узнать, кто это, как его зовут, и мне уже не терпится ему позвонить. Победителя зовут номер 762, вы видите на своем экране. Он сегодня это будет девушка Ирина. Сейчас мы Ирине будем звонить. Надеюсь, она ответит и будет рада узнать подарок. Ждем. Алло. Здравствуйте, Ирина. Вас беспокоит из компании Миркли. Меня зовут Игорь. Беспокою вас по следующему поводу. В декабре вы оформляли у нас заказ, приобретали оборудование. Вот. И сейчас я хочу вас обрадовать, что у нас проходит розыгрыш среди наших покупателей в декабре, и вы его выиграли путем случайной генерации номеров заказов. Вам достался электрокамин, который мы вам готовы доставить завтра. Наверное, связь не очень хорошая. Сейчас еще раз попробую. Вы у нас в декабре оформляли заказ в компании Миркли, интернет-магазин Миркли.ру. А это что там продается? Климатическая техника. Угу. Вот. Да. У нас сегодня проходит розыгрыш среди покупателей в декабре. Вы этот розыгрыш выиграли путем случайной генерации
чисел по номерам заказа. Вот. Угу. Вы выиграли электрокамин. Угу. Вот. И мы, собственно, хотим его завтра вам доставить или в любое удобное время. Пожалуйста. Угу. Когда вам доставку осуществить? Можно завтра. Можно завтра. В какое время вам удобно? Выберите интервал, пожалуйста. Первая половина дня или вторая? Первая. В первой половине дня. До 2 часов. Будет удобно? Да. Вот. Да, тогда да. Я вас еще раз поздравляю. С вами в течение сегодняшнего дня еще свяжется специалист из отдела доставки и вам по времени более точно сообщит. Вот, еще раз вас поздравляю, спасибо за уделенное время. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Так, ну что ж, пообщались наконец-таки с победителем. К сожалению, технические помехи по связи не дали в начале разговора, да, ощутить эмоции. Вот, но в конце было четко понятно, что человек очень рад. Да, завтра камин поедет, передаем информацию в отдел доставки, и сегодня наш логист свяжется с Ириной и договорится по времени, когда ей привезут вот этот замечательный Real Flame, и она сможет им наслаждаться либо у себя дома, либо у себя на даче. Ну, посмотрим, где ей будет удобно его поставить. Соответственно, чем данный камин, он уверен, что Ирине подойдет, потому что он нейтрального белоснежного цвета, то есть он впишется в совершенно любой современный интерьер. Мы будем очень рады, что этот камин будет согревать нашего любимого покупателя Ирину. Далее розыгрыши мы проводим ежемесячно. Следите за нашими розыгрышами. В следующий раз у нас декабрьских покупателей мы уже, как говорится, разыграли, да, и, соответственно, январь, февраль и так далее. То есть смотрите за нашими эфирами. То есть каждый месяц мы что-то разыгрываем. То есть это не обязательно камин. То есть там может быть кондиционер, там может быть тоже камин. То есть, ну, будем смотреть. Это такой сюрприз. То есть что будет у нас в следующем эфире. Обязательно смотрите. Обязательно оформляйте заказы, потому что вы, в принципе, получаете оборудование по хорошим ценам. Оформляйте заказы, потому что вы, в принципе, получаете оборудование по хорошим ценам. И плюс у вас дополнительный прекрасный бонус выиграть что-нибудь очень полезное и приятное. Вот как, например, камин Real Flame. Да? То есть вместо того, чтобы заплатить 41 тысячу рублей, человек получает совершенно бесплатно такой прекрасный камин. То есть это все... Все в ваших руках, заказывайте, и скоро лето, кондиционеры понадобятся. Всего доброго вам, спасибо за внимание. Пока-пока. Инстаграм, пока-пока.